Bhav is coming for this day. Prema means I live in my swarup. Prema means I live in my swarup. Because swarup couldn't exist without shtadalata. Without swarup not happening. Seva of Ishvara is friend. Дорогие преданные, я задал Шилгурудеву вопрос. Я говорю, что я слышал от вас много раз, как вы объясняли, что если Манджари Бава Садаки смешана с Саки Бавой, то есть с таким настроением, как у Лалиты Вишаки, то Ананга Манджари, младшая сестра. You said before. Before I say other thing, now I say different thing. You know, mixes, then the meaning will be different. But I say sadhana bhakti is to develop bhava. Sadhana bhakti, Shri Gurudev объясняет, это развитие бхавы, своей бхавы. And bhava bhakti. Means to develop Ishtadeva Nishtha. А Бхава Бхакти означает развитие Ишта-девата Ништи, то есть полной сосредоточенности на Ишта-девате. And Prema Bhakti is the goal. А Prema Bhakti — это цель. Prema Bhakti is the seva of Ishtadeva. Prema Bhakti — это сева, то есть служение Ишта-деву. That is Prema. It can be only practiced by swarup. И такая према может, то есть это можно практиковать только в сварупе. That is prema. То есть служение Иштадева можно практиковать только в сварупе. And one we learn sadhana bhakti. И без sadhana bhakti. That was to wake up in morning time, taking bath in morning time. Going to the aarti in morning time to change my rule, my daily program in the devotion. That is bhakti work. А другой вид садхана бхакти — это когда преданный просыпается рано утром, идет на мангаларати, на другие арати. Это, то есть он меняет свою жизнь, соответственно, с правилами. Вот, это превращает жизнь свою в жизнь преданности. Это называется вайди бхакти. That I want to change my routine, external routine. То есть таким образом я хочу поменять свою внешнюю постоянную деятельность, рутинную деятельность. Bhava bhakti is not routine changing. А bhava bhakti это не смена рутинной деятельности. Bhava bhakti person can no routine. Тот, у кого Бхава Бхакти, для него то, что он делает, не является рутиной. Он не устает от этого. То есть, когда нет рутины, это значит Бхава Бхакти. Somebody Vaidhi Bhakta will not understand Bhava Bhakta. И Vaidhi Bhakta не может понять Бхава Бхакту. Because they follow routine and Vaidhi Bhakti has no routine. Потому что Вайди Бхакта следует рутинным обязанностям, таким, то есть ежедневный его долг, обязанности, в то время как Бхава Бхакта, у него нет этого. When they not understand what is sadhana, they don't understand that. Таким образом, они не понимают, что такое садхана. Different mood. Bhav. How to develop Eastern Nishtha in the Bhav. Как развить иштаништву? And without madness is not coming bhava. И без такого безумия Бхава Бхакти не проявится. And without Bhava Bhakti, Prema Bhakti will not come. А без Бхава Бхакти Prema Bhakti не придет. Why? Почему? Because when Ishtadev is not there, how Prema will come? Потому что если нет Ishtadeva, а откуда према, то есть любовь к кому? И сансарик love not male woman, male and female love is not a Ishta-nishtha.
Любовь между мужчинами и женщинами не, это никак не является иштаништой, то есть твердо веруешь, что дает. Любовь к Иштадеву, то есть твердая вера, Иштаништа, это означает, как сделать ее счастливой в ее любви. Это према бхакти. But not think for himself, he think for only Ishtadeva. Бхакта не думает о себе, он думает лишь о своем Иштадеве. What is Swamini? That is Bhakta. О своей Свамини, это Бхакта. I think for myself is a Vishayi, not Bhakta. Тот, кто думает о себе, он вишая, то есть наслаждающийся. I'm a lusty person. Означает, что я вожделею, то есть я тот, у кого полно вожделения. That's not devotion. И это не преданность. No bhakti. Нету бхакти. Now Nityananda is Anangamanjari. И вот теперь Нитянанда, это Анангаманджари. Is a guru. Он гуру. We cannot be a guru. Мы не можем быть гуру. And we don't want to become guru. И мы не хотим быть гуру. We want to be a disciple. Мы хотим быть учениками. And I want to be a student, not a guru. И я хочу быть учеником, а не гуру. Because when I have a guru. Then I will get some. Потому что если у меня есть гуру, то я получу милость. And when I will become guru, then who will give mercy to me? А если я стану гуру, кто даст мне милость? So I want to be in the mercy of my spiritual master. Я хочу быть в милости своего духовного учителя. I don't want to be guru. Не хочу быть гуру. They are all my brothers and sisters. Они все мои духовные братья и сестры. And my duty to help for my guru. И моя обязанность помогать своему духовному учителю. I want to be honest to the right path for them. Я хочу быть честен с ними. This is my Gurudev direction to me. Это, and I follow that. Это наставление моего духовного учителя, я ему следую. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Dear devotees, if you have questions, please ask. Radhe, Radhe, everyone, thank you. One question, if I may. And Bhadi Bhakti, you know, it's about changing the routine, following these rules, following these steps. But and Bhakta Bhakti, it's spontaneous, right? When you want things to be spontaneous, do you follow your
your love that you receive from Radha? Do you follow your feelings? How do you make it spontaneous more? Джай Кришна спрашивает, он говорит, что Вайди Бхакти... Your face cutting, open your face. You make the camera good. Your face is cutting. Ага. Yes, good. Джай Кришна спрашивает, он говорит, что только что говорилось о Вайди Бхакти как о таком процессе, который рутинный, то есть преданный, выполняя следуя определенным правилам ежедневно. Когда он утром встает, совершает омовение, одевается в новую одежду, в чистую одежду и так далее. В то время как бхакти, бхакти-лата, она спонтанная, она очень естественная. И вопрос в том, как сделать свое преданное служение спонтанным и естественным. Are you an American? You know English better than me. What is meaning of spontaneous? Джай Кришна, ты американец, ты английский знаешь лучше, чем я. Скажи, что значит спонтанное? Spontaneous means just immediately, out of nowhere, almost random, but big. It's natural. Yes. Спонтанно означает, что происходит немедленно, без размышления. Natural. Это, Шукрада говорит, это естественное. Why natural? Почему естественное? Because it's a divine. Потому что божественное. It's a heart business. It comes from my heart. Это идет из самого сердца. That is divine. Вот это божественное. But it's coming is spontaneous. Вот то, что исходит из сердца, это спонтанное. And that is love. И это любовь. What is it spontaneous? То, что спонтанное. And what is that? Is it true? We mix with the material, but this is the spontaneous. I'm sorry, Guru, I don't understand. We mix with material things. Mm-hmm. By mistake. Mm-hmm. But the spontaneous is natural. From heart and pure. Yes, and what is coming from heart is divine. И хотя мое бытие, моя жизнь смешана с материей, я чистый дух, но мое бытие смешано с материей, тем не менее, то, что идет из сердца, от любви, это чистое, это спонтанное. It is only for the God. It's only for God. Это лишь для Бога. It's not for material sense enjoyment. Это не для материального чувства наслаждения. This is spontaneous. А вот это спонтанное. And that is divine. И это божественное. And that we are searching for. И это то, что мы ищем. When we mix with the material, it confusion comes. И когда это смешивается с материальным, тогда возникает противоречие, тогда возникает состояние сбитости, с толку, человек how растерян. How much you want to keep purity in this is truth, is morality. И насколько преданный способен, насколько он жаждет поддерживать чистоту. Can you again repeat last sentence? How much you feel purity, it will more spontaneous. And although more relish. You will live in that and you will be relish that up to divinity, to the highest point of the God consciousness, Krishna consciousness. И то, насколько я могу поддерживать свою чистоту, настолько мое преданное служение будет спонтанным, и настолько оно будет приносить мне счастье, наслаждение, то есть это будет вкусным. What is foggy? When we did not keep purity, then foggy. Когда нету чистоты и ясности, тогда возникает туман, то есть не видно точно, куда двигаюсь, что делать. When fog move, I can see again the spontaneous. Но как только туман удален, сразу становится понятным, куда я двигаюсь, и появляется спонтанность. Like
That is natural. Это очень естественно. That is pure. Это чистое. That is the nature of the soul. Это природа души. Это природное от души к сверхдуше. К сверхдуше. So natural spontaneity is divine, and that is true love. And when we make foggy, when mixed with the material covering, it becomes foggy. Когда мы смешиваем свое сознание с материальным покрытием, тогда наше внутреннее видение, оно становится туман появляется там. What is fog? When is a divine? Is spontaneous and in between fog come to me. I cannot see outside of that fog. То есть вот есть это божественное, спонтанное, настоящее, а есть обман, который для меня цели. Clear to everyone? Simple. Why you make complicated? Это же просто и ясно. Зачем это усложнять? Nobody can see in fog. You cannot drive in the fog. Никто не может ехать в тумане. You cannot see your hand if the thick fog in there. Если очень густой туман, даже руку нельзя увидеть протянутую. I make thick fog. How I can see beyond that? I cannot see anything. Если я оказался в тумане, то как я могу увидеть что-либо? We have to move that fog. Шил Гуру, when it will remove, you can see it's one thing. Spontaneous means I have love. I For me, clear is my goal. Clear my shtadeva. I fix. It's natural for divine. But then, love only for the Krishna. But love then, only for the super soul. It's not material. Love is not material. Любовь не материальна. Любовь лишь к сверхдуше, к иштадевату. Sex is material. Секс материален. Desire is material. Материальное желание. Желание материальное. It's a natural. The soul has a nature to love. А у самой души природа любить. Is it spontaneous? For super soul. И это Not спонтанно. Material's body and senses. И это качество души любить, направленное к сверхдуше, не к материальным чувствам, не к противоположному полу. This is Krishna consciousness. И вот это сознание Кришны. Thank you, Gurudev. И еще вопрос, дорогие преданные. Kishori has some subjects. Radhe, Radhe. Yeah, this time is our Gurudev kindly come to give us time answer question and answer. And today I would like to feeling and explanation from all of you. I need your help, all your help. From Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 22, verse 100. Because this morning in Japan Sangha, we talked about this. And I inspired, oh, it's a good subject.
about Sharanagati. Oh, Gurudev. We need you. Oh my God. Please. Otherwise, I have to practice Sharanagati surrender. Kishoriji, I need to translate into Russian. Yes. Kishori, in Зимпоне сказал, что это чтобы Людмила предоставила свое время нам, чтобы ответить на наши вопросы. У меня есть тема по читанию Чаритамриты, Марья Лила, 24 глава. Это то, мы обсуждаем на японском, в смысле, то, что они сейчас там между японскими преданными обсуждают. It's very beautiful verse about Sharanagati. Это прекрасный стих, красивый, о Шаранагати. I want to taste it. Да. Verse number 100. Yes, 22-100, Bhajya Lila. 22. Bhajya Lila, verse 100. Anukulyasya sankalpa, this. Yes. It is okay, this okay, subject. I found. Yes. Thank you. Yesterday, Gurudev touched his subject. He talked about surrender, two fingers, with which we needed to be successful in our spiritual life. Oh. Yesterday, you talked about two fingers. What does it mean, two fingers? And you told efforts means surrendering. Means surrender to the higher test. And second is mercy. If we're thirsty, eager, then mercy coming. Yesterday. And she's suggesting this verse, number 100 from Madhya 22, about Sharanagati. Sanatana Siksha. Этот стих из Саната Нашикши, из наставления читания Махапрабху Санатани, и он о предании души. Вчера мы коснулись той темы, что Гурудев говорил в Дамодара Лиле два пальца, что означает. Он сказал, что один палец — это предание высшему вкусу, а второй палец — это милость. То есть когда у преданного есть жажда, он жаждет высшего вкуса, тогда будет милость Шримати Радики. Это две составляющие успеха в духовной жизни. Yes. Yeah, what is Sanatan? Yes. Кишориджи, Шугуде, Турит. The six divisions of surrender are... I say one thing. Я хочу кое-что сказать. Nobody can surrender. Никто не может предаться. Why? Because there is no religion. Нет отношений. Sanatana means religion. Sanatana означает отношения. If you have no relation, you will never surrender. Если нет отношений, не будет предания. My challenge to the person. They say I'm your disciple, but they no surrender because they have no relation. И я бросаю вызов тем, кто говорит, я ваш ученик, но при этом не предались, потому что нет отношений. And Guru knows who surrender or not surrender. И Гуру знает, кто предался, кто нет. Without relation, there is no surrender. Без отношений нету предания. Wow. Amazing. Right. Шогурда говорит, запиши. Без предания нет. Без отношений нет предания. Without relation, without surrender, without eternal.
Without relation, there is no surrender. Without surrender, there is no understanding. Без отношений нет предания. Без предания нет понимания. Thank you. That's it. What is teaching? What is teaching? Yes. The six divisions of surrender are the acceptance of these things. Russian? Шесть частей предания — это принятие того, что благоприятно для преданного служения. Favorable to devotional service. Yes, yes, I translated. The who has a relation is always acceptable. Те, когда есть отношения, тогда все благоприятно. Who has no relation, they are not favorable. They will not like to do. А когда нет отношений, то нет благоприятного, то есть нет желания действовать. Шрила Гурудев. Sorry. I couldn't translate. Could you again repeat this? What? If you have no relation, there is no devotion. Если нет предания, нет преданности. А если нет отношений, нет преданности. Read that line. Yes. Favorable to the favorable to devotional service. Favorable. I'm not favorable because I have no devotion, I have no relation. То есть я неблагоприятно настроен к преданному служению, потому что у меня нет отношений, нет самой преданности. I like one girl, I have devotion to that. Я люблю одну девушку, и у меня преданность к ней. I like one boy, I'm a devotion for that. Я люблю вот этого юношу, и у меня преданность к нему. Why I will listen to anyone? Зачем мне еще кого-то слушать? Okay. And second. The rejection of unfavorable things. И отвержение неблагоприятного. I reject you because I don't like what you're teaching. Stop it. И я отвергаю тебя, потому что мне не нравится то, чему ты учишь. What is my favorable? I do that. Я лишь делаю то, что благоприятно для меня. And sad. The conviction, strong faith that Krishna will give protection. Убежденность в том, что Кришна защитит. You say I don't believe. Ты сказал, но я не верю тебе. Because I have no relation with you. Потому что у меня нет с тобой отношений. You believe, I don't believe. Ты веришь, а я нет. Шаранагати can happen. Может ли случиться в этом случае шаранагати, то есть предание? I already sweat. Number four. The acceptance of the Lord as one's guardian or master. Принятие Господа своим покровителем, своим защитником и господином. When I have a relation, I love you, I like you, God. But I don't love you, I reject you. You develop yourself, I will do myself. Если у меня есть отношения с тобой, я люблю тебя, то я принимаю твое руководство. И если же нет, если у меня нет отношений, я не люблю, и мне не нужно твое руководство. This is happening, I tell you honestly. Я честно говорю, так происходит.
Именно так. Right or not? Так ведь? Without yes. relation, do not listen anyone. Без отношений никого слушать никто не будет. That it can be happen, really, I will follow this to learn that. When I'm free from other blockage, then I will do that. Лишь когда я свободен от внутренних препятствий, тогда я смогу действовать. Then I say sarnagati. Then they take sarnagati. If I'm already blocked with something, I cannot take sarnagati. А если я внутренне остановлен, внутренние препятствия, то не будет шарнагати, я не смогу предаться. Ramadhuri is asking, if I could not surrender, how can I take out the remove obstacles? Благодаря Баджану, Шилдев говорит, Харе Нам, наставление Махапрабху, только лишь через Святое Имя, Тринистое Имя. Then my spiritual life will never progress. Иначе моя духовная жизнь никогда не будет развиваться. I see 20 years, 30 years, the practice is not progress. И я вижу, как преданные практикуют 20-30 лет и не развиваются. And I give you example of Buddha. He never practiced any God, his own God, Yam at any place. He came just from the land. No, atheist philosophy. And you see how much he did understanding and catching the point. И могу привести хороший пример наш Удава. Он не был ни в Исконе, ни в Гаудия-матхе. Он был просто профессором какой-то теистической философии. И 10 лет назад он пришел ко мне, и сейчас смотрите, как он развился, как он поднялся. It should be spontaneous. It should be from the heart. Это должно быть спонтанно, должно быть из сердца. It should be reality, not with blocks. То есть должно быть настоящим, без внутренних препятствий, без... Water, if you block the water, water cannot flow. How we can flow? I block my spontaneous feeling. Шрила Гурудев говорит, что потом тому, как вода течет, когда ей ничего не препятствует, так и бхакти в сердце, естественно, течет спонтанно, естественно, когда нет внутренних препятствий. Но если есть внутренние препятствия, как оно будет течь? Shall we go on to read number 5? Yeah. Charanagati is full self-surrender. Yes, Шаранагати — это полное предложение себя. Это пятое. So full surrender. But who can push? I want to push myself to surrender. No. This is by
who can prove? I decide to surrender. I don't want to jump again. I don't want to block. I surrender to you because I have no way out. My blockage is too much. I want to surrender you. I want to. If not surrender, it will not go. By pressure, I put myself to surrender. То есть я сам себя побуждаю предаться. My head is not going, but I have to bow my head to down and surrender myself to you. Моя голова не склоняется, но я ее заставлю поклониться. By pressure I am doing, not by my heart. То есть я делаю это под давлением, но не своим сердцем, не естественно. My ego is not surrendering. То есть мое эго не предается. This is surrender. And I say flavor, living in the flavor. А я говорил о том, чтобы жить во вкусе. Not by pressure, I'm doing. I want to be in your flavor. I'm surrendered. То есть не заставлять себя поклониться, склониться, а потому что. It's not. I press myself to do. А потому что вкус меня привлекает вкус. Spontaneously, I want to like this, to do that. Мне естественно, спонтанно хочется это сделать. To be in the flavor. Быть в этом вкусе. It's beautiful, good. Kuru means spontaneous because it's tasty. That's why spontaneous automatically I need nice flavor, living flavor, right? I want to be in this flavor. It's spontaneous. Я хочу быть в этом вкусе. Это естественно, спонтанно. So this is the only. Jai Krishna said, spontaneous is a beautiful word. Как Джай Кришна только что сказал, что спонтанно — это прекрасное слово. The natural. То есть естественное. No blockage. Значит, нет препятствий. Somebody says spontaneous, there's no blockage. Спонтанно означает нет препятствий. Само течет. There's a blockage in spontaneous, my dear Jai Krishna. Если в спонтанном есть препятствия? No way. Ты покорил мое сердце этим словом. Как ты привлек мое сердце этим словом. Shilnaren Goswami Maharaj told, you could not offer your heart to Krishna. Krishna must stole your heart. Да, Shilnaren Goswami Maharaj сказал, что вы не можете предложить свое сердце о полном предании. Кришна должен украсть это сердце. In our case means Shrimati Radhika. She so sweet, she can stole your heart. No? Krishna stole heart. Krishna? Я сказал, что Гурдев, в нашем случае означает Шримати Радика крадет сердце. Он говорит, нет, крадет к сердце Кришны. Mother never steal heart. Heart, Матави. Матави. Old Матави. Матави. Mother steal the heart of baby. Мадави, что Гурдев спрашивает, мама крадет сердце своего ребенка? Mother give her heart to baby. Нет, она отдает свое сердце ребенку. She never steal the heart. Она никогда не крадет сердце своего ребенка. It's a Krishna business to steal the heart. Это Кришна этим занимается, что ворует сердца. If you not give, I will steal your butter. Если ты не дашь мне масло, я его украду. Это он вор.
Мама is not a thief. Не, мама не ворует. Premadhuri has a baby, she's in the heart of baby. Who? Prem. Анандамай. Premadhuri. She's Prema. А, Прем-Прия. У Прем-Прия есть дети, она может сказать. You steal the heart of your baby? Ты крадешь сердца своих детей? You give your heart. Или даешь свое сердце детям? Прем-Прия. Прем-Прия. Микрофон надо включить. Мы не слышим, потому что микрофон выключен. Я не краду сердце своих детей. Меня слышно? Да, слышно. She's stealing. I'm not stealing the heart of my children. Да, слышно. Я с любовью отдаю им свое сердце. Я могу просто вынуть, если им это надо, просто вот вынуть из себя и отдать до кусочка. Ничего себе не отдать, если им это надо. Такова любовь матери. The mother's love is what I can give all my heart to them. Piece by piece. This is the Marcel. This is the Marcelia Abrana. Вот такая вот, такая Ватсаля, такая материнская забота, нежность и рады к своим манджари, к ее манджари. Это правда. И это очень естественно. Никакая философия тут не нужна. Да, yes. So mother is higher, vatsalya of mother is higher, or somebody steal my heart is higher. Чья любовь выше? Любовь мамы, которая дает свое сердце, или того, кто крадет сердце? Мамы. Mother's love. Мама. So that is Manjari. И вот это Манджари Баба. Это естественно, спонтанно. Only to remove my blockages is your Manjari Baba. Нужно лишь просто убрать внутренние препятствия, и Манджари Баба проявится. Это будет спонтанно. И естественно. And somebody wants to block this, then I'm not agree. А тот, кто хочет остановить это, я не согласен с ним. Number six. Sharanagati is humility. И, наконец, шестая часть предания — это смирение. Humility means, you know? Смирение. Что такое? In and out there is no privacy. Внутри и снаружи нет тайн. I am always humble like a grass. Я всегда смиренный, как трава. I'm nothing. Я незначителен. I'm nowhere. Я нигде. Humility is devotion. Смирение — это преданность. If I'm humility, I'm devotion. Если есть смирение, то есть и преданность.
I have no humility, I am not devotion. I cover inside, my demons are sitting, do not make me to number. Если же нет смирения, то нет преданности, означает, что внутри стоят демоны, покрывающие меня, не дающие преданности выйти, развивающие гордость. Madhvi never come, I never see her, but she is so humility inside her. She has so much devotion. Madhvi. Према, прия. Madhvi. А, Madhvi. She the best. Madhvi, она у нас лучшая. Так много смирения. I can see. Я могу видеть это. Humility is the devotion. If humility is not there, not the devotion. Смирение — это преданность. Если нет смирения, нет преданности. So, is this okay to continue Prabhupada's purport about this verse? One. Who is fully surrendered is qualified with the six following characters. Тот, кто полностью предался, себе достоин для, то есть он, у него есть шесть следующих качеств. То есть он квалифицированный, как сказать, у него есть такие шесть достоинств, следующие шесть достоинств. Number one. The devotee has to accept everything that is favorable for the rendering of transcendental loving service to the Lord. See? See, loving that. Transcendental, not material. Loving. Первое — это преданный принимает все, что благоприятно для совершения трансцендентного, любовного служения Господу. И Шубрада обращает внимание, говорит, смотрите, здесь написано «любовного служения и трансцендентного». Number two, he must reject everything unfavorable to the Lord's service. Второе, он отвергает все, что неблагоприятно для служения Господу. This is also called renunciation. И это также называется отречением. Number three. A devotee must be firmly convinced that a devotee must be firmly convinced that Krishna will give him protection. Третье. Преданный должен быть твердо убежден, что Кришна даст ему защиту, защитит его. No one else actually give one protection. И больше никто в действительности не может даровать защиту. Guru is not a goal. Гуру — это не цель. Guru is a navigator.
Гуру – это навигатор. We need Sambandha. No one else can actually give one protection. Only Krishna. Никто больше не может дать защиту. Только Кришна, говорит Шрила Гурудева. And being firmly convinced of this is called faith. И быть таким твердо убежденным называется верой. То есть наличие такой твердой убежденности, что лишь Кришна защитит, это и есть вера. Да. He is a protector. Кришна – защитник. This kind of faith is different from the faith of an impersonalist who wants to marry the Brahma effulgence. Такая вера отличается от веры имперсоналистов, которые хотят раствориться в Брахмане, в сиянии Брахмана. An impersonalist who wants to merge into the Brahman effulgence in order to benefit by cessation of repeated birth and death. Я еще раз повторю, то есть такая вера отличается от веры имперсоналистов, которые хотят раствориться в сиянии Брахмана с целью прервать повторение рождения и смерти. То есть те, у кого есть тега, они отправятся на Брахмалоку. Для преданных это невозможно. A devotee wants to remain always in the Lord's service. That's the point. Преданные хотят оставаться, всегда хотят оставаться в служении Господу. Если же у меня нет, то тогда я отправлюсь на Брахмалоку. Брахмагьяни. То есть я Брахмагьяни? То есть такой человек Брахмагьяни? Да? If no Lord, yes. If he is doing some practice, but spiritual practice, but not Lord, что делать? No, it's the Brahmagyani. Брахмагьяни. Impersonal. Brahmagyani has also guru. У Брахмагьяни тоже есть гуру. Брахмагьяни джасапа, гуру из Бхагаван. И для Брахмагьяни, ученика Брахмагьяни, гуру является Бхагаван. They don't believe higher Бхагаван. Гуру is my almighty. Для них их гуру всемогущ. Да, Брахмагьян. Вот, но это Брахмагьян. A devotee wants to remain always in the Lord's service. Lord's service, you see that? Преданный всегда хочет оставаться в служении Господу. Видите, Гурудев говорит, в служении Господу. Devotee never live in the Guru's service, but no Lord. They live in the Lord's service. Они не живут в служении Гуру, они живут в служении Господу. In this way. How to serve Lord. А Гуру учит, как служить Господу.
How to be spontaneous? Как быть спонтанным? But Guru wants to see this person is not love to the Lord. He is in different direction loving than he not do. Because he will see is not good. Но если Гуру видит, что преданный не любит Господа, то есть тот, кто к нему пришел, не любит Господа, вот, его любовь находится где-то еще, он не будет ему давать наставления, не будет его вести. Он никогда не будет его учить. A devotee wants to remain always in the Lord's service. In this way. И когда преданный всегда хочет оставаться преданным в служении, тогда гуру хочет и готов вести такого преданного. Пришли преданные из Гонконга, гости Гурудева Кришны. Шобрдев их давно ждал. बाद में आइए महाराज क्या बात है आदेश Can you give? Can you give to? Maharaj, आपको बहुत मालूम है. अरे महाराज, अभी रखो भी हम बिजी. Yeah. How are you? Very well. How you are running, very. In hard time, I'm surprised. My God. Your disciple, Chaitanya's. Yeah. Thank you so much. How is the place in the Radha Govardhan? Good place. Good place. Very happy. Very happy. The car. The car. Yeah, open. Open place. Good place. Easy. 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 Come in. Sumitra, call some Dagilas. I will call Sumitra. Dagilas. No, no. Dagilas. Yeah. 13 people. 13 Hare Krishna.
very hot. So hot. My God. My God. So hot. Yeah. And you do have this, the balm, massage oil. Oh, yeah. Yeah. Okay. Yeah. How are you? Yeah. Finally. Very nice. Open your burta. It's respecting too much. Prepare some chakana pasta. Yeah. Rafiatra. Rafiatra. Yeah, from Puri. From Puri. Yeah, huh? This year. Yeah. We want to give you. We have, yeah, cold box. Cold box. Yeah. And also we have Tosi from Chakana Kong. Yes. Wow, very nice. I show you this. I show this very good. This is like this is good. Yes, Tosi, like it. Give for there also. Yeah, from for there, from Jagannath Kap. For Hong Kong. No, from Jagannath. Jagannath, the Puchari gave one. Us. Yeah, keep we one. Do have yeah. one. We do have one. We can't bring to Hong Kong too hot. No problem. Too hot. No problem. It will dry. It will dry. Dry is good to keep it for using. Okay. And this is the pump. Yeah. Like this. Yeah, the pump. Okay. Honey and blueberries. Wow. Healthy food for you. Okay, come on. The experience was so exciting. More fun. This red one. Up. More up. No. This auto. This auto. Red one. Close, and up more up.
Radhe Radhe Radha Chan Prabhu. Are you still there, Radha Chan Prabhu? What to do? If you don't mind, because I would like to continue just read Prabhupada's explanation about these verses. It's very beautiful. It's tasty. Then after that, let's see the situation. Is this okay? So number four. A devotee wants to remain always in the Lord's service. Преданный должен всегда оставаться в служении Господу. Thank you, Govinda Mohini Didi. Рады, рады. Yes, this is the way. Thank you. In this way, Krishna is merciful to his devotee. Kishore Didi, Krishna is what to his devotees? Krishna is merciful to his merciful. Yeah. Таким образом, Кришна милостив к своим преданным. And gives him all protection from the dangers found on the path of devotional service. И он обеспечивает ему всю защиту на его пути преданного служения. And number four. The devotee should accept Krishna as his supreme maintainer and master. Преданный должен принять Кришну как своего верховного повелителя и того, кто поддерживает. He should not think that he is being protected by a demigod. Он не должен думать, что его защищают какие-либо полубоги. He should depend only on Krishna. Sorry, he should be what? He should depend on. Depend. Mm-hmm. Он должен зависеть полностью от Кришны. Considering him the only protector. Считаю Кришну своим единственным
защитником и тем, кто поддерживает. The devotee must be firmly convinced. Преданный полностью должен быть уверен. That within the three worlds he has no protector or no maintainer other than Krishna. Что во всех трех мирах для него нет никого, кто бы его по-настоящему поддерживал и защищал, кроме Шри Кришны. How do you feel Govinda Mohini did about this verse? Actually, it's like Aishwaric mood when we are taking Krishna as a god. So when he is god for us, so he's protecting us and maintaining us. So it's like first step, yes, on the path of someone who is who has faith and who want to develop. It's the first path, yes, to believe in God and to take a God as a only protector. How Narayana Maharaj, he was saying when he was first time traveling the same places as Srila Bhaktivedanta Swami used to travel, he said to his disciples and other disciples, like, Srila Prabhupada came to you to say that there is a God, that God exists, and his name is Krishna. And I came to say to you that Krishna is not a God, he's a cowherd boy, like this. So it's like steps. and then Gurudev came, you know, our Gurudev. So it's like another step. Translation. Кишори Диди спросила, как мне понравился стих. Вот, это стих, несомненно, он прекрасен, он относится, да, вот к этой антологии, к татве, когда неверующий человек принимает концепцию Господа в его персональном обличии, да, он узнает его имя, он узнает его прекрасные качества, его облик, да, он узнает, что Господа зовут Кришна, всепривлекающий, он узнает все-все его атрибуты, качества, и вот все, что в Гите написано, да, вот чем Господь является, да, что Он единственный защитник. Но это первая ступенька. Как Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж ездил по тем же местам, где ездил Шрила Прабхупада, да, который на Запад принес учение Гаудия Вайшнавизма. И когда Прабхупада приехал на Запад, он приехал как бы даже к некультурным людям, потому что тогда были хиппи, и все ходили как попало, и пили, что попало, и курили, что попало. В общем, он приехал оккультуривать западных людей. Вот, у них не было даже понятия культуры, и они были неверующие, они были нирвишеши, шуньявади, да, то есть они верили в нирвану, хотели достичь ее, слиться с ней. И тогда приехал Бхактивиданта с вами, Шрила Прабхупада, и объявил, да, что Бог есть, Он личность. Вот, он описал его согласно древним писаниям, да, то есть как он выглядит, что он прекрасен, юн, что он все, да, что на нем все как на нити, да, надето, что он всех поддерживает. И, то есть он дал концепцию Бога. А когда Шрила Прабхупада ушел, да, в Вечный Игр присоединился, его, можно сказать, преемник, да, второй ачарья, Сидха, да, совершенная душа. Он поехал по тем же местам, где был Шрила Прабхупада, и он сказал, что к вам Шрила Прабхупада, да, Бхактивиданта с вами приехал и сказал, что Бог есть. А я, говорит, приехал и хочу вам сказать, да, что Кришна, он не Бог, да, потому что для того, чтобы полюбить Бога, нужно забыть о том, что он великий, всемогущий, да, какой-то непостижимый, полный, да, нужно узнать его аспект. Oh, Radha, Radha, Gurudev. Hong Kong devotees are here, so I'm a little busy with them. Radha, Radha. Dashi, Radha. So you can share, right? I'm a little busy.
Yes, Gurudev, Kishori is sharing. I'm translating. Yeah, please share that. Yeah, very good. Thank you. You spontaneously do that. Rade. You're always with us and welcome Hong Kong devotees. Give your mercy, give blessings from Vrindavan. Rade. So, thank you, Govinda Mohini Didi. You gave us nectar. Please translate. Кишори говорит спасибо, Говинда Махини Диди, ты нам дала нектар. Thank you, you're really, you are so sweet, thank you. This is relation, right? Это отношения, right, everything is based on relations. And if not the saints, Кишори, yes, if not the saints, our self-realized souls who already has this relation. So for us, how it could be possible, right? So it's, we are so lucky, yes, to get all these saints who are guiding us throughout all the steps, yes, one by one. Because you cannot jump over the step, really. I thought that it's possible, but it's not really, it's not possible. If you don't have this concept of the personality of God, really, you cannot go move to Madhurya. Because for you, it will not be Madhurya. For you, it will be mere like some story about some cowherd and he's maybe some, you know, historical personality, or maybe it's some fairy tale. Really? Yes? Can you understand me? So it's really, it's steps by steps. And although all our acharyas of Gaudiya Vaishnava Parampara are self-realized souls and they're made servants of Radhika, but they cannot give at once this, yes, what Gurudev is giving. They should lead us throughout all the steps. Я просто еще раз сказала, что это все ступеньки одного процесса, и нельзя перепрыгнуть. То есть нельзя, не поверив в личность Бога, да, не приняв Кришну вот в его аспекте, вот, да, вот этой божественной, нельзя прыгнуть дальше в Мадхурию, да, что Кришна просто пастушок, что он ворует, что он лжет, что он, да, такой вот, он постоянно в чем-то нуждается, он очень жаждущий, он беспокойный, да, хотя Господь, он пурна, да, он наполненный, он цельный, вот. И дальше то, что особенно наш Гурудев говорит, то есть, как он говорит, это PhD, да, Шрила Садху Махарадж, наш Гурудев, что это прям уже вообще за пределами, когда мы говорим, что любовь, она выше Бога, да, Радика, она вот, мы Радике поклоняемся, и нельзя перепрыгнуть. Я раньше думала, что можно, но потом я просто поняла, что вообще нельзя. И они, несмотря на то, что все они Рада Даси, но они ведут нас потихоньку, вот ступенька за ступенькой, и нельзя перепрыгнуть, и они в этом вот мастера. Рада, Рада. Rada, thank you. So, number five. What is Sharanagati? Number five. Self-surrender means remembering that one's activities and desires are not independent. Что такое шаранагати? Это считать, что все наши желания, действия, они не имеют независимую природу. The devotee is completely dependent on Krishna. Преданный полностью зависит от Кришны. And he acts and he thinks as Krishna desires. И он думает и действует в соответствии с желаниями Шри Кришны. And number six. The devotee is meek and humble. Преданный очень мягок и смиренен. Lord Krishna states in the Bhagavad Gita 15:15. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 15:15. I am seated in everyone's heart. Я нахожусь в сердце каждого. Let's try to
meditate, really feel it. Давайте попытаемся почувствовать, где он у нас внутри, да? Помедитировать, где он находится у нас. Your heart also, my heart also, everyone's heart also. It's real because Krishna said like this. Кришна, то, что Кришна говорит, это правда, поэтому он и в твоем сердце, и в моем, и в сердце каждого живого. I am seated in everyone's heart. Я нахожусь в сердце всех живых существ. Нет, нет, нет. Куда? Рада Чаран Прабу, у вас микрофон слышно, и что-то вы там шуршите. Вот все, я нашла. I am seated in everyone's heart. Я нахожусь в сердце всех живых существ. And from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Я даю память, знания и забывчивость, да, то есть могу сделать так, что забывают. By all the Vedas, I am to be known. Во всех Ведах я объект познания. Indeed, I am the compiler of Vedanta. Несмотря на то, что я вывод сути всех Вед. And I am the knower of the Vedas. И я тот, кто в совершенстве знает Веды. Situated in everyone's heart. Находясь в сердце каждого. Krishna deals differently according to the living entity's position. Sorry, Krishna, what he's doing? Krishna deals, make balance or doing action differently according to the living entity's position. Находясь в сердце каждого, Кришна действует по-разному, в зависимости от того, на каком уровне находится преданный. Thank you. The living entity's position is to be under the protection of the illusionary energy. Каково положение живых существ? Все они находятся под воздействием иллюзорной энергии Кришны. Or under Krishna's personal protection. Либо под личной защитой Кришны. When a living entity is fully surrendered. Если живое существо полностью предается. He is under the direct protection of Krishna. И тогда оно находится под полной защитой Кришны. It's very, very strong protection because it's under the direct protection of Krishna. It's wow. Можно только удивляться, насколько эта защита будет всецелой и мощной, потому что это защита самого Кришны. And Krishna gives him all intelligence. И такой личности Кришна дает весь разум, by which he can advance in spiritual realization. Благодаря которой он может продвигаться в своем духовном самосознании. The non-devotee, however, однако не преданные, the non-devotee being under the protection of the illusional energy, будучи под защитой иллюзорной энергии, increasingly forgets his relationship. Они забывают свои отношения с Кришной. Domina Mohini did. Is this just the Gurudev said the same, right? Today? Yes. Sure. This and also, can I share about protection? Because when you was reading,
It was like some flash in my head. I remembered how I called Gurudev, I think 2 years ago. I think the same time in summertime. Хочу поделиться, когда Кишори читала, вот у меня прям какое-то... Вспышка была воспоминание, как я Гурудеву позвонила летом, вот прям в это самое время, в июне. Прям даже помню, что звонила из парка. I was asking about, I think that time was some class about umbrella. Yes, he was sharing, Gurudev, about the service of umbrella. And I was asking something about this. So I remember how Gurudev, he said that Krishna... I was asking like who is protecting devotee or something like this, and I remember how he said that Krishna is even more protecting someone who is dedicated to Radhika, because for him he was saying about these cats and dogs, how they're dear, yes, to this lover. Cats and dogs of beloved is very dear to the lover. So Krishna is protecting these cats and dogs the most. And you are saying, yes, in scripture, it is said that someone who is devoted to Krishna, Krishna is protecting them. But someone who are devoted to Radhika, Krishna is protecting them the most, even more. И я вспомнила, как я спрашивала про зонтик. Гурудев тогда делился вот этим служением своим, да, в духовном теле. Он, его служение — это носить зонт. Что такое зонт? Это защита. И я что-то спрашивала про защиту преданных, да, и Гурудев сказал, что те, кто преданы Радике, Кришна защищает их гораздо сильнее. И он тогда тоже такой пример приводил, который нам всем очень нравится, что если у девушки есть собаки или кошки, то когда к ней приходит ее возлюбленный, который очень любит, прежде всего он хочет порадовать этих кошек и собак, и если что-то с ними случится, он будет делать все возможное, чтобы их спасти, защитить, только чтобы... его возлюбленная, да, ну, была им довольна, да. И вот мы, как эти кошки и собаки, будучи преданы Радике, да, Сварупа Шакти, то мы для Кришны становимся еще более дорогими, и он нас будет защищать еще больше даже, чем те, кто просто ему предались. Вот как-то так. Рада. Thank you, very nice. Thank you. Спасибо. Это очень хорошая история. Спасибо. Okay. Sometimes it is asked how Krishna causes one to forget. Иногда спрашивают, как Кришна дает вот это забвение, да? Когда забывает. Krishna personally causes his devotee to forget material activities. Кришна дает забвение какое? Он заставляет преданного забыть о материальных его действиях. And through the agency of Maya. And through what? Through the agency of Maya, like Maya. И через Майю, Махамайя, Кришна causes the non-devotee to forget his devotional service to the Lord. И при помощи своей иллюзорной энергии Майи Кришна заставляет непреданных забыть их служение Богу. This is the end of explanation purport of Srila Prabhupada. Так заканчивается комментарий на Мадья Лилу 22 Шилы Прабхупады. Джай. Джай. Thank you for reading, for sharing, for this topic. No. Thank you for give us this opportunity to understand what is Sharanagati. Спасибо большое за эту возможность, ну, глубже понять тему Шаранагати. Я поблагодарю. And Gurudev also kindly give us sweet mercy, sweet nectar by all your mercy. Thank you.
И Гурудев нам подарил сегодня нектар, да, своих объяснений, своего общения. Yeah, here's Russian Sangha. Sorry, I disturbed too much. No, you're helping. You see, we're a little bit inactive. Kishoriji, not disturb by your subject. No, it's happened. Russian Zoom is happened today. Хорошо. Yes, хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Багутача. Actually, Japan and Russian neighbor, our body color wa like a language different, but we are all Radha Dasi, we are one. I'm lucky today I to be a part with all of you. I got blessing from all of you. Thank you. Harasho.